у Артема Ипитова из Армавира есть право слушать и слышать, и медицинский диагноз не должен стать причиной тишины. Вместе с Русфондом мы продолжаем помогать тяжело больным детям Краснодарского края. 5542 – это короткий номер доброго смс-сообщения со словом «дети». Стоимость всего 75 рублей. Любой вклад может помочь озвучить мир. Сможешь сказать «кинорежиссер»? Кино. Давай тогда дадим, давай. Слово незнакомо Артему, поэтому объяснять приходится долго. В помощь маме азбука на пальцах. Артем слышит, но часто считывает по губам. Иногда приходится использовать дактиль, язык для глухонемых. Всему виной двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Что стало причиной 10 лет назад, можно только предполагать. Ведь Артем – долгожданный ребенок в семье. Все было хорошо и во время беременности на УЗИ, но возникли проблемы во время родов. А потом была поздняя диагностика заболевания. Мы даже ходили специально к логопеду на занятия. Она говорила, что мальчик, ждите до 3 лет, заговорит. Ну, мы ждали 3 лет. Благодаря аппаратам он начал слышать речь, начал произносить звуки и понимать даже окружающий мир. Пошли большие изменения. И мы с 3 лет ни дня не ходим без аппаратов. Новые высокотехнологичные приборы, которые помогут ребенку без помех слышать окружающий мир, стоят почти 220 тысяч рублей. Ребенку подбираются слуховые аппараты индивидуально, желательно высокотехнологичные. Это необходимо для того, чтобы он лучше слышал, мог общаться со сверстниками, для того, чтобы он обучался в школе более полноценно. 220 тысяч – сумма большая, непосильная для этой небольшой семьи. Сегодня мама – один кормилец. У Артема еще есть младшая сестра, которая ходит в детский сад. Несмотря на возраст, единственный мужчина старается помогать маме как может. В свободное время интересы такие же, как у всех мальчишек – планшет, телевизор, велосипед. А в школе Артем учится в интернате для слабослышащих детей, любит природоведение и математику. Я через каникулы буду в велосипеде кататься и рисовать, планшет играть, все видео смотреть. У мамы есть мечта, чтобы Артем вырос настоящим мужчиной, защитником и помощником для своей дружной семьи. Залог успешного будущего для Артема – мощные слуховые аппараты. Сбор денег уже идет на сайте Русфонда. Помочь может каждый. Достаточно отправить смс со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения всего 75 рублей. И мир продолжит звучать. Юлия Костина, Константин Грибанов, Вести Кубань, Армавир.